будет правильно назвать, от 50 тысяч и выше до 100, и потом уже самое критичное, выше 100, и там поднимается у нас вплоть до 300 тысяч, к сожалению. Значит, соответственно, с каждой категорией граждан применяются различные методы воздействия. Если с первой какая-то информационная ведется беседа, разъяснительная, люди идут навстречу в 99%. Мы с ними подписываем договора реструктуризации. То есть, если человек не может погасить своевременно разом свою задолженность, которая, в общем-то, немала, да, если она составляет там до 50 тысяч рублей, то вполне возможно гасить ее частями, подписав с управляющей компанией договор.